Добрый вечер. Сегодня мы вспомним о хорошем детском писателе, который написал весьма серьезный и не по-детски важный для нашего времени произведения о детях, которые уже в детстве стали людьми самостоятельными, взрослыми, фактически принимающими решения о своей будущности, о своей жизни и даже о жизни окружающих их людей. На это их направило время, которое и определило их судьбы, определило то, кем они должны быть. На самом деле, эту формулу можно применить к очень многим писателям Советского Союза, писателям, которые вышли из досоветской и советской реальности, которые создавали направление социалистического реализма в литературе, на опыте собственной жизни, на опыте большого количества советских людей, которые жили в не самое легкое время, после Великой Октябрьской социалистической революции, в годы гражданской и Великой Отечественной войн, и в другие времена, где была возможность проявить себя в активной трудовой жизненной позиции, творческой жизненной позиции. Собственно, сами эти писатели являлись представителями этого времени. Собственно, сами они были его сотворцами, поскольку их произведения оказали очень большое влияние и на подрастающее поколение, и на формирование образа жизни советских людей. Те из них, кто писали свои произведения, адресуя их молодой аудитории, о некоторых мы уже говорили, таких как Беляев, таких как наш сегодняшний персонаж, они дали возможность увидеть множество советских ребят, героическую сторону жизни молодежи в дореволюционной, то есть со времен революции 1905 года и послереволюционные периоды. Это особая литература, которая, конечно, не лишена героической советской мифологии, которая создает такие мифологические образы, как образы героев Аркадия Гайдара, былинные образы по существу, такие образы, которые вошли в нашу литературу и стали порой именами нарицательными. Вот к этой когорте советских писателей относится и Леонид Михайлович Жариков.
Так мы его и будем называть. Хотя это сложившийся литературный псевдоним Ильи Мелахиевича Жарикова. Надо сказать, что родился он в крестьянской семье, которая стала волей обстоятельств того времени семьей рабочих, перебравшийся из Орловской области на Донбасс, в Юзовку, нынешний Донецк. И родившийся в 1911 году Илюша или Леня, как его звали, в общем-то, и в детстве в семье, Жариков, стал по жизни своим воплощением тех своих литературных героев, своих литературных персонажей, о которых он и написал впоследствии. Развернутая картина жизни, быта, тяжелого физического труда, в основном шахтеров, ну и металлургов, Юзовки. Вот основное направление творчества писателя, который видит события совершенно серьезной взрослой жизни трудового народа. Именно трудового народа, в первую очередь. И противостоящего ему правящего сословия, который, собственно, и создают для нас картину того времени, гневную, безусловно, основанную на неприятии человеческой несправедливости и требующую борьбы, возмездия за все те унижения, нравственные и физические, которые претерпевают люди в этом несправедливом мире. Собственно, это и есть реалистичная вполне мифологема соцреализма, на которой выросла целое поколение советских писателей, и которое стало фактически основой самостоятельного внутри социалистического реализма направления детской литературы, детского героизма, детского подвига в борьбе против угнетения, за освобождение рабочего класса или крестьянства. У нас есть здесь трехтомное собрание сочинений Леонида Михайловича Жарикова. Издано оно было издательством «Художественная литература» в 1985 году. В нем, пожалуй, сконцентрировано все основное, что написал писатель за свою жизнь. Ушел он из жизни в 1985 году. И все эти произведения, они так или иначе посвящены Донбассу, посвящены Юзовке, посвящены Южной и Восточной Украине уже в то время.
но посвящены и Центральной России, потому что часть произведений относится к жизни самого Леонида Жарикова в детстве в Калужской области. По существу, если внимательно анализировать эти произведения, то, а также факты биографии, личной биографии писателя, мы увидим, что на самом деле во многих сюжетах судьба литературных персонажей автора перекликается с его собственной, с личной судьбой своих близких, своих друзей. Именно вот в этот самый трудный для него период, период по существу сиротства, и, наверное, в большей степени передает мотивы личной биографии писателя третья часть его трилогии, которая содержится в этом собрании сочинений, «Судьба Илюши Барабанова». Но и в более ранних произведениях этой трилогии, это «Повесть о суровом друге» и «Червоные сабли», также содержатся, хотя и прекрасно выполненные, великолепные, просто, так сказать, революционные былины, вот подобные некоторым произведениям Аркадия Петровича Гайдара, которые рассказывают о жизни и судьбе сверстников Леонида Жарикова. Не случайно после опубликования его произведений многие читатели, в основном читатели молодые, писали писателю, как, собственно, не самому писателю, как его литературному герою Леньке, который по существу является центральным, объединяющим все три повести персонажем, и который вырастает в этом процессе революционной борьбы с начала рабочего движения до фактически становления, полного становления советской власти в России. Вот в этом плане это биографическое, абсолютно человеческое, абсолютно выбивающее слезу почти в каждой главе трилогия и обосновывает справедливость тех претензий, которые возникают у людей, угнетенных своим угнетателем. Более того, не просто к каждому отдельному представителю этого сословия угнетателей, а как к их обобщенному образу, как к принципиальному врагу, с которым жизнь ставит героев этих произведений в антитезу, в непримиримую жизненную позицию. Вот таков, в принципе, Леонид Жариков в своих трех произведениях. И эти произведения определяют, собственно, лицо автора в той литературе, которая, собственно, вырастает из его писательской деятельности, начиная фактически со студенческой скамьи, то есть с литературного института имени Горького, до фактически завершения, последней, наверное, переработки этого трехтомного, этих трех
повестей, ну, которые по существу, наверное, образуют серьезный большой роман, который, в общем-то, завершает вот молодой период деятельности писателя. Был у него многообразный человеческий профессиональный опыт и не связанный с литературной деятельностью предшествующей. Он и учительствовал, он и занимался множеством других профессий, других дел, которые требовали от него время и люди, окружающие его. И вот этот большой жизненный опыт, основанный на детском сиротстве, потому что он рано теряет, практически в течение 2 недель потерял мать, которая умерла от тифа, и через неделю отец умер от холеры. И он с братом путешествует по той предреволюционной России, военной уже России. Он нищенствует, он вынужден вместе с маленьким братом попрошайничать. Это еще очень маленькие дети. Едва там исполнилось 12 лет, значит, старшим брату. И это и есть то, вот, так сказать, беспризорное детство, которое заканчивается, к счастью, благодаря родному дяде по отцу, который живет в Калужской области, который, собственно, нашел в себе силы и возможности опекать этих двух детей не без помощи советского государства, вот до того, чтобы они выросли в серьезных и социально зрелых личностей. Есть военный период творчества нашего сегодняшнего персонажа. Леонид Михайлович был военным корреспондентом. Он написал большую повесть о подвиге 28 панфиловцев, которая всем тиражом ушла на фронт. И есть в его, безусловно, творчестве и журналистское начало. Начинал он писать в разные периоды жизни и поэтические произведения, стихотворения, которые тоже имели успех. И это было и в период службы в Красной Армии, еще в молодости, и в последующие периоды, и в Литинституте. Его, собственно, и в Литинститут взяли по кафедре поэзии. Но вот, так сказать, в результате появился очень интересный прозаик, детский, в то же время взрослый, который, несмотря на небольшой объем оставленного им творческого наследия, все-таки является заметной величиной в советской литературе. И еще одна неприходящая, безусловно, любовь писателя – это любовь к своей родине, это любовь к людям, которые проживают в Новороссии, которые, это шахтеры прежде всего, которые и люди труда, и люди добрые, люди с открытым сердцем, которые в разных своих проявлениях жизненных дают писателю богатейший опыт для его черкистской работы, журналистской работы. Поэтому вот в
третьем томе, где представлены именно эти направления деятельности, документальные повести, очерки, портреты и встречи. Но есть здесь и, скажем, совершенно уникальные произведения, объединенные циклом «Шахтерские сказки», например. Вот такой многообразный Леонид Жариков представлен в этом небольшом собрании сочинений, с которым, безусловно, следует ознакомиться и в юном возрасте, и, наверное, не грех обратиться к нему и более взрослым, а то и пожившим людям, которые хотят соприкоснуться с той эпохой. Может быть, кто-то будет глядеть на это критически, может, кто-то увидит в этом оттенки советской пропаганды, но очень трудно не поверить человеку, который все эти жизненные перипетии испытал, как говорится, на собственной шкуре, да еще в столь юном возрасте. Поэтому Леониду Михайловичу Жарикову хочется верить и верится. Ну, если говорить о его личной биографии, он был женат. Жена его умерла в тот же год, что умер и сам писатель. У него, у них, было правильнее сказать, было 6 детей, среди которых в том числе и известный советский и российский впоследствии актер Евгений Ильич Жариков. Вот все, что мы сегодня хотели рассказать об этом интересном писателе и о его творчестве.